Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Кастет и вольный столки. Вот это как медом. И кто же так нам колеса катит? Ну, кто? Я. А кто? Запоминай, я султан. Все, что здесь происходит, я либо контролирую, либо скоро буду контролировать. Хочешь хорошо жить, работай на меня. Не хочешь, будет жить плохо. Вот так. Скажи о вашей жизни. Тяжелая она жизнь. Конкретнее спрашивай. Что вы здесь делаете? Я за сталкерами присматриваю. Там, ты сам глянь. Среди вас половина, чистые дети. В зону полезли либо с мечтами, либо с геройством, либо с обидой на жизнь. А что таким будет? Только старуха с косой. Вот мы их и отлавливаем. Бывало, поймаем на свалке, снимем снарягу и завернем назад на кордон. Пора замыслить такой птенец чуток. Глядишь, и вернется на большую землю. И будет жить долго и счастливо. А если все-таки решит сюда, так мы ему крышу организуем. Запрещаем. Я тебе, положа руку на сердце, скажу, туда, где мы территориально те территории держим, ни военные, ни наемники, ни даже мутанты не суются. Судьба. Так, что привело вас к центру зоны? Ноги. За сталкерами мы пошли, а как иначе? Порядок надо, чтобы везде был. А то прямо как первобытные люди, кто чего урвал, то и его. А налоги кто платить будет? За спокойствие, за безопасность. Бывает, ваш брат в аномалии копается, а мы рядом мутантов от него отгоняем. Закончится, и мы с него возьмем процент за порядок. Как ты стал паханом? С чего бы тебе рассказ начать? Да, по всем раскладам, прямо со школы. У меня там товарищ был, как говорится, самый-самый. Вместе везде шлялись. Вместе пили, курили. Ну, начинали. Только ему все ощущений острых не хватало. Взялся помалу за наркоту. Вначале шмаль, потом герыч. Когда бабло появилось, кокс. Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Ну, мы в укрытии. Артефактов кот наплакал. А нечисть так, я ему говорю, так, месте. Потом герыч. Я ему говорю, Толян, спрыгивай. Только не слушал он меня. Толкнул ему отраву, и все, не стало пацана. А какого? И какого? Я потом тех барак нашел и пописал чуток. Меня взяли, ну и понеслось. Зона со своими раскладами. Раз как заточку в больницу словил, бочину словил, но выжил. Откинулся, бизнес кое-какой построил. Опять взяли, откинулся, плюнул и сюда, в зону. Ушел. Покрутился полгода, в авторитеты попал. Теперь здесь над пацанами стою, смотрю, чтобы все везде по понятиям. Ну, понятно, по своим бандитским раскладам чувак работает султан-то. Что ты думаешь про сталкеров? А за всех такие не скажешь. А кто залетные олени? Кто так? Гимназистки? И кто серьезные мужики? По обе стороны кордона жизнью тертые. Одних доим, других крышу им. А с этими за три квартала расходимся, чтобы не стыкнуться по-другому. А то жаль, и сдали. Не всегда поймешь, кто... Поймешь, какой кто. Понятно. Какую работу можешь предложить, уважаемый? Выгодную. Тебя чего... Так, выгодно. Тебя чего кликнули? Ты человек новый, пока контактами не оброс. А хотя мог бы подняться быстро, а мух интересует, что мне есть сказать по этому поводу. Интересует. Тогда смотри сюда, есть маза, пару сталкеров бороды на валюту поднять. Главное, чтобы дело это тихое, шороху под него не намечается. Короче, пойдешь с пацанами ночью к Шевченко. Ну и пока клиенты будут сталкеры, топить... внимание! Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Ну и пока клиенты будут тупить, возьмешь с них положенное. Нам выгода, тебе персональный авторитет. Уловил? Хорошо, вон кастет стоит. Ты притери с ним за деталь. Че за выброс? Ты кастет.
Ё-моё. Ты заваливай, перетрём. Выброс. Ничего, выброс-то когда пойдет. Что мне вообще есть? Показывай только. Сталки. Патрон. Все, ребята, выброс, слава богу, закончился. Надеюсь, никто не пострадал. Все. Ну давай, костец, с тобой перетрем. О, а, братан! Так, до чего вы с Султаном добазались? Султан, Султан говорит, вы с толки хотите отряхнуть. Я с вами. Отлично, подваливай к Шевченко за полночь. Мы тебя будем ждать. Только до утра не тяни. Лучше с тобой побуду. Как дождемся получше, покажешь мне дорогу к Шевченко. Не вопрос, оставайся. Я к барже свести этого... А к барже свести это не проблема. Хорошо. Ах, вот если б всегда такая бруха... Так, надо пожрать. Так, что у нас за квест-то? Наезд. Встретиться с грабителями. Или к Шевченко. Опа, опа. Ой, проголодался немного. Похавать. Кто ты? Кто ты такой? Уважаемый Гриша. Надо какую-то сороку найти, не знаю. Кастет. Дима Торгаш. А ты кто такой? Саня Овод. Нет. Ладно. Ну чё, погнали, ща мы их быстро. Ты главное не ссы. Поехали. Ща мы их. Тихо, пацаны. Тихо, пацаны. Не ссы. Не мы ссы, же это. Не ссы. Мы ж бригада, ёп. О, ёпта, а мы бригада, ясный хер. Кто бы спорил. Так, ну и где вы, бригада? Вот они, идут. Идут красавцы. Что-то смаловато. А, что-то все нормально. Пойдемте. Что у нас тут есть? Опа, пацаны. Слушайте, они какие-то мирные. Понеслась! Есть. Минус нул. Там я видел, один заходил. Выберу все. Вали актив. Саны. А кого они вальнули тут? Я его! Блин, все мешаются, входят. А, на, все! Он готов! Зажигал, будешь знать! Так и загнешься. Завалил! Собачка. Так, а вот еще вальнули. Убила мужика! Поводите. Какого мужика убила? Ух ты, ух ты, ух ты. Тут нашего убили. Выручайте. Прикрой меня. Прижми его. Лови гостинчик. Сам лови. Приложил его. Ничего себе, его вальнули. Вылетел аж. Так, у меня какое-то течение. Кто-нибудь. Где кто там стоит-то? Лови пилюлю, фрая. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидорович у них... Всё, замочили! На, ты в натуре шикарно их уделал! Да-да-да. Если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать. А где они кого вальнули-то? А, во. Здесь всё. Слушай, а чё, ствола нормального нет у тебя? Так, ладно. Где тут? Кто тут? Всех обыскал. Пока они тут, понимаешь, воевали, а я полутал их. Неплохо, неплохо.
За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет. В гробу я видел ваш хваленый клондайк. Так, ну что, круто мы их вальтанули. Вот, держи, бабло. Если еще какие дела появятся, мы это, маякнем. Ну окей, пока. Пока, пацаны, пока. Так, а я так неплохо разжился. Хабарчиком, стволом. Хотя, пистолет такой, конечно. ПМ. А у меня наградной ПМ. Ценить можно? Одинаковый, в принципе. А что такое? Детектор отклик. Ну ладно. Ладно. Пацанов тут всех покрошили. Выходим. Возвращаемся назад. Слушай, по большому счету можно было и этих вальнуть бандитов. Ну ладно, еще пригодятся. Это можно всех попейбить.